Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 25, из раздела «Повторение». Вставь в окошке пропущенные цифры и сделай проверку. Рассмотрим пример А. При сложении к 5 мы должны прибавить число 7, чтобы получить число 12. Далее найдем данное число. К какому числу надо прибавить 8, если у нас 1 в уме, чтобы получить 12? Это будет число 13. 3 записываем. Плюс 1 в уме у нас это 4. И 4 прибавить 8 будет 12. 8 прибавить 5 будет 13. Да еще 1 в уме. Значит, данную клетку мы записываем число 4. 1 у нас остается в уме. Чтобы получить 6, мы должны к 3 прибавить число 2, это будет 5, и 1 в уме получим 6. К 7 мы должны будем прибавить число 9, чтобы получить число 16. И так как 1 в уме, сюда записываем число 4. Выполним проверку. Сложение мы проверяем вычитанием. От 466 422 отнимаем 372 835. От 2 5 не отнимешь. Занимаем у двойки. 12 минус 5 будет 7. 11 минус 3 будет 8. 13 минус 8 будет 5. 5 минус 2 будет 3. 16 минус 7 будет 9. 3 минус 3 будет 0. Ответ 93 587. Проверка показала, что мы нашли числа верно. Пример Б. Вычитание. От 12 отнять 8 будет 4. У пятерки мы занимали. От 4 отнимаем единицу, чтобы получить 3. От 11 мы должны будем отнять 9, чтобы получить 2. Получается, что мы занимали у единицы, и 9 минус 5 будет 4, 9 минус 7 будет 2. А теперь выполним проверку. Вычитание мы проверяем сложением. 4 плюс 8 – это 12. 2 пишем 1 в уме. 3 – 1 и 1 – это 5. 2 плюс 9 – 11. 5 плюс 5 – 10. 3 плюс 7 – 10. Получается ответ 100 152. Все верно. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.